час 30 минут я опять заступаю в ночную смену, как и в ту далекую сентябрьскую ночь. Больше 20 лет прошло с тех пор. И как до неузнаваемости изменилось все в нашей жизни. Трудно нам было. Враги советской России мешали нам работать, творить. Но мы верили в нашу мечту. И вот теперь эта мечта осуществилась. А было это у нас на Донбассе. Начали! Агния Константиновна, как фамилия этого забойщика? Степан? По-моему, знает Шапира. Но Шапира ушел. Что же это вы фамилии не знаете? Узнайте, пожалуйста. Пока поставим многоточие. Так. Ломая холодок. Док. А подчас и прямое противодействие со стороны некоторых старых специалистов. Материалец. Забойщик. Многоточие. Так. Спустился в шахту, дабы доказать полную возможность повышения эффективности отбойного молотка. Степан Кулагин. Место многоточия — Степан Кулагин. Поплавский. Как так пропускает воздух? Новые шланги, только что получены. Что? Именно этот забой? Здорово. Спасибо. Как это что делать? Оставайтесь на местах, ждите распоряжений. Инженера Соколова. Ломается материал? Одну минуту. Владимир Николаевич. Знаю, мне звонили. Но ведь это же убийство! Орджоникидзе, три короба наобещали. Наговорили. А на деле что? А? Ты зачем такого человека обманул? Какого человека? Ты зачем товарища Орджоникидзе обманул? Шахтерам в морду наплевал. Уголь не так рубай. Норму не ту даем. Не так уголь рубаете и норму не ту даете. Эту шахту по горло в воде кто откачивал? Вы откачивали. У Беляков ее зубами кто вырвал? Вы вырвали. Жизнь эту советскую кто тебе отвоевал? Отец твой, если желаешь знать, первый герой, а ты есть сапляк. Ну уж, коли на то пошло, давай поговорим о моем батьке. Мой батька всю гражданскую отвоевал. Это верно. С беляками дрался. Я своему батьке за это спасибо говорю. В ноги кланяюсь. И только прошу, давай, батька, по-новому примериваться. Ковыряемся на 12 тонах
и рады. Товарищ Орджоникидзе рапорта шлем. 100% есть. Вот он обман. Вот и выходит, что вы и есть первая обида товарища Орджоникидзе. Ничего он товарища Орджоникидзе не обманул. И я товарищу Орджоникидзе ничего не говорил, потому что не о чем еще было говорить. Ну, как там? Плохо, Григорий Константинович. Сначала про себя расскажи. Здоров? Спасибо. Здорово, Григорий Константинович. Мне что делается? А Владимир Николаевич? Соколов совсем стар стал. А что? Устал он, что ли? Ему что ни сделай, все ладно. Поворчит, поворчит и успокоится. Не скандалит больше. Значит, состарился. А нам казалось, что он из той породы, которые не стареют. Здоров, по крайней мере. Здоров. Привет ему передай. Хочу потолковать с тобой до совещания. Совет буду спрашивать о старой дружбе. Ругать, наверное, будете, Григорий Константинович. Предупреждаешь события. Угля не додаем. А если б ты знал, Павел, как стране нужен уголь? Мы знаем, товарищ Серго. Горловка не додает. Ваше Ирмино на последнем месте. Макеевка в прорыве. А как работает Артем уголь? Словно мертвыми руками добивает уголь. Я созываю людей, руководитель, советуюсь. Вместе ищем выход. Одни разводят руками, другие ссылаются на объективные причины, а третьим просто лень работать, творить, думать, создавать новое. А четвертые... Это же, наконец, отъявленные саботажники и мерзавцы, которые мешают работать миллионам преданных партии замечательных людей. А ты боевой парень, сам шахтер. Наша задача найти людей, умные головы, горячие сердца, хорошие руки и подать пример. Молотков на шахте достаточно? Инструментов хватит? Что нужно, скажи. Все есть, товарищ Серго. У самих душа болит. Нас на Ирмино несколько ребят собралось. Вот думаем. И ищем. А у тебя глаза красные, осунулся. Не спал в поезде. Все думал о вашем вызове. Неужели я такой страшный? Пойдем домой. Отдохнешь, переночуешь. Да я стеснюсь, Григорий Константинович. Ну, идем, идем, идем. И Зинаида Гавриловна посмотрит, какой ты у нас парторг. Ну, не беспокойтесь. Теперь я ничего не могу поделать. Теперь ты, брат, у хозяйки в руках. Идем, идем. Может, я к товарищу пойду? А я тебе что, не товарищ? Григорий Константинович. Спокойной ночи, брат, спи.
20-й. Микоян? Здравствуй. Серго говорит. Слушай, Анастас, в Ирминке универмаг новый открывают. Хочу с тебя взять обязательство, что ты им к открытию новые образцы пошлешь. Как это так водникам? Так ты половину дай водникам, а половину угольщикам. Водники пока работают плохо, а угольщики будут работать хорошо. Да. Как, Сонечка? Шорохи листьев, ветропорывы. Ветропорывы. Кто там? Это я. Здравствуйте, Софья Касьяновна. Здравствуйте, Павлуша. А-а-а, Павлуша, здравствуй, садись. Владимир Николаевич. Здравствуй, здравствуй, садись. Ну, как жизнь? Мы опять идем, Владимир Николаевич. Ну, опять дела на ночь глядя. Ну, Соня, я просил. Нужна ваша помощь и совет, Владимир Николаевич. Первая попытка сорвалась, мы знаем. Народ сбаламутили. Идея наполовину скомпрометирована. И что же требуется от инженера Соколова? От инженера Соколова ничего не требуется. Степан, Глебов и я хотим эту ночь быть вместе с вами в шахте. В моем возрасте, 70 лет, нужно в отставку подавать, а не по шахтам лазить. Горное дело – это наука. Я этой науке посвятил 40 лет моей жизни. Написал сундук книг. То, что он предлагает науке, не противоречит. Что он предлагает, это балет. Это не наука. Трескотня. Володечка. Ах, оставь, пожалуйста. Я знаю, что я говорю. Я не пойду по лужу. Тогда простите меня, Владимир Николаевич. Я тебя прощаю. До свидания, Софья Касьяновна. До свидания, Павлуша. А если бы вы знали, Владимир Николаевич, как стране нужен уголь? Не для плана, не для процентов, для счастья людей. Степан, на какой участок идет работать? Никанор Восток. Начальник участка Глебов? Он. Крепежный лес смешай. Как? Ну не шланги же опять ковырять. Бракованного подбрось, гнилого. Пока. И жизни больше, Василий. Степан! Здесь! Пошли! А Соколов? Отказался. Так. Пошли!
прекратить работу! Да не ходи, Андрей Семенович. Пусти! Кто спускал лес? Андрей Семенович, я поручил Ковуну! Меня интересует, кто начальник участка, Ковун или инженер Глебов? Ты же сам знаешь, ну! Коммунист! О жизни горняков грош не ставит! Товарищ Поплавский, как я мог думать? Думать будешь на свежем воздухе! Оставь лаву! Павел, прекратить работу! Страхи переносятся на другое время! Я приказываю прекратить работу! Дайте мне деньги на цветы. Товарищ, закройте за собой дверь. Я сейчас закрою. Будем. Какие цветы? Что это за паника в служебное время? Он 102 тонны вырубил. Кто? Кулагин. Сколько? 102. Принесите записку. Товарищ Сердюк. Моя фамилия Сердюк. Чего тут говорить? Нонешний день вырубил 102 тонны. Ну, значит, 14 норм. А завтра весь рабочий класс может тоже. Только захотеть, ребята, захотеть для всего Советского Союза. А я, ребят, ничего особенного не сделал. Подлей, мать.
Здравствуйте, тетя Маша. Здравствуй, Павлуша. Все дома? Все. Садись обедать. Ну, давай, садись. Погоди. Садись. Спасибо, сыт. Ну как, Антон Михайлович? Ничего, поймет. Здравствуй, Антон Михайлович. Здравствуй. Садись обедать. Сыт, спасибо. Ты чего мнешься-то? Гости к вам идут, Антон Михайлович. Тетя Маша, Степан дома? Дома, входи. Входи, ребята! Здравствуйте, Марья Тимовна. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, тетя Маша. Здрасте. Здравствуйте. Здорово. Здрасте. 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 Ну давай, давай. Степан, ты Алмаз Юг знаешь? Знаю. А что? Да вроде тоже задумали. Так, на крутом будет рубать или на первом? Я на крутом, а Андрей на первом. Перебивать тебя хотел. Перебивать? А то спать. Когда идете, ребята? Седьмого. Седьмого. Ну, седьмого так седьмого. Добрые ребята. Давайте, заходите ко мне, ребят, товарищ Кулагин, мы приветствуем твой рекорд и гордимся таким сыном рабочего класса. Сообщаем тебе, что начатые тобой высокие показатели социалистического труда мы поддержим и сумеем показать всему советскому народу, правительству, партии, как работают доменщики-уральцы.
Ефимовна. Принимайте продукцию, мамаша. А где папаша? Марья Трофимовна, а ведь мы завтра вечером у тебя праздник устраиваем. Тащи, Тарас Иванович. Да дверь-то, дверь-то против. А помогите. Эй, застрял. Задевай. По такому необыкновенному случаю общественность выпить желает, Марья Трофимовна. С громадным достижением, Марья Трофимовна. От всего сердца поздравляем вас, Марья Трофимовна. Не чужая, небось, общественная. Трофим, иди сюда. Не робей, не робей, старики. Не чужая, небось, общественная. Поспевать надо, старики. Чужие братцы, людей перебивать надо. Люди раз, а мы два. Идея-то. Ну, выпьем, старики. Выпьем. Здравствуйте. Владимир Николаевич. Владимир Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Николаевич, красавец наш. Родной ты наш, уважаемый Владимир Николаевич. Скажите, а что Степан дома? Степана нету. А вот мы, старики. А, да. Здравствуйте, Владимир Николаевич. И что же вы для... по поводу рекорда? Да, Владимир Николаевич, красавец ты наш. Выходит, подкрутили нас, а? Да, выходит, подкрутили. Слыхал? Владимир Николаевич, голубчик, садись. Пригуд. Ну скажи, Владимир Николаевич, ну неужели покоряться надо, а? Неужели покоряться? Ну скажи. Верите ли, факты для науки
вещь обязательная и непреодолимая. Слыха! Владимир Николаевич! Ведь мы с тобой 40 годов, ведь понимаешь? Ведь это шутка сказать! Владимир Николаевич Соколов! Душа человек! Голова человек! А где Степан? Степан? А Степана кто выучил? Ты! Ведь ты же, а? Да, я. Но неплохо и у Степана бы поучиться. Слыхал? Да за такие твои слова выпей с рабочим классом, Владимир Николаевич! Наливай! На здоровье Владимира Николаевича! Ура! Вот, Василий, есть решение. Центральная Ирмина выводится из строя. Трудно. И директиву умереть, но сделать. Сколько времени тебе нужно на подготовку и выполнение? Мне? А кому ж другому? Дружище, ты же шахту знаешь наизусть. Что ты, Андрей Семенович? Дело смертное. Ближе к делу. Василий! Дня два подумать. Думать! Думать будут другие! Нам выполнять надо! Месяц. Неделя. 7 сентября. Ночная смена. В пластах заложен динамит. Алмаз юг, Иван восток, Иван запад, Бираль северный. Ну, пока. Пожалуйста, Владимир Александрович. Так вот, 7 сентября, ночная смена. Слышал. Как? Десять. Пять. Шесть. Восемь. Расположение динамитных гнезд. Алмаз юг, Иван восток, Иван запад, Бираль северный.
что мог наделать один мужичок. Да ведь за ним идут прямо тысячи. Идут, говоришь? Идут. Идут, да не все вернутся. Как? Пустили? Я и сам осмотрел. Ну ладно. А насчет Глебова ты, Василий, зря молчишь. С него спрашивают. А гнилье ты испускал? Ошибка твоя, Глебова отвечать не выйдет. Понял? Вот видели? Привязывается? Кто привязывается? Кидается ровно собака. Виноват, так уж молчи. А я-то при чем? Я при чем тут? Ты сиди здесь. Никуда не уходи. Нет, это я наоборот. Ты почему не на шахте? Действительно, в чем дело? Почему? Не могу я, Андрей Семенович, на всю шахту кричить. Это кто кричит? Степан. Кидается ровно пес. Ты лес спускал, ты отвечай. Ты почему не на шахте? Не могу я. Так что же, Василий, ведь действительно гнилой ты лес ты испускал. Спускал. Ты спускал. Ты же велел. Но спускал ты. Тихо, тихо. Садись. Ну, иди. Садись. Садись, не бойся. Ну. Бери, пиши. Чего пиши? А я тебе подиктую. Партийный комитет.
каждому шахтеру, каждому человеку в поселке. Дышать не дает. Жить не дает. Затравить меня грозится Степан Кулагин, и деться мне некуда. Вот поэтому и умираю. Да вы что, дружки? Вот так приблизительно и пиши. Да что вы? Ну! Не трогай, изверг! Пиши, сволочь! Ой, что вы делаете? Пусти! Пусти! Умоляю вас, потише! Тише! Ну зачем? Вы дайте трубочку. Ну зачем? Ты решил, мразь! Ой, ну мы же пропадем. Ой, ну что вы нервные такие? Ну, господи, боже мой. Ой. Ладно, ладно. С тобой уж и пошутить нельзя. Здорово разыграли. Годимся, значит, в артисты. Да. Ты пойми, Василий, нужна попытка. Понимаешь? Чья-нибудь попытка к самоубийству. Ну, я не знаю, вроде ты повеситься собрался. Ой, хорошо. Ну, а мы вроде подоспели. Ой, хорошо. И вытащили тебя. Мы подоспели и вытащили тебя. Ну да, вытащили. Ну да, вытащили. А ты записку написал? Прочитали записку. Прочитали записку. Затравил Степан Кулагин. Понимаешь, затравил Степан Кулагин. Неужели не понимаешь? Вот. Значит, писать не надо. Повеситься надо, да? Именно, Вася, надо писать. Писать надо. Так, значит? Так, и почерк кривой. Шуток не понимаешь. Отсутствие чувства юмора. Ой, предаст. Ой. Ой, предавать пошел. Поплавский. Кончайте, Старковский. Кончайте. Убить его. Убить. Я не могу. Нет, нет, нет. Кончайте, кончайте. Кончайте, Старковский. Иначе нам конец. Убью. Кончай. Поднимай скорее всех на гора! Скорее!
Томиленко! За мной, на северную! Тебе что надо? Товарищ управляющий, бегите скорей! Я на шахте динамит нашла. Что ты? Какой динамит? Там какой-то шахту взорвать хочет. Кто? Да сволочь какая-то! Где? Убирай северные. Скорей, там тревога. Стой! Что? Подожди. Сядь, голубка. Я сейчас оденусь. Вас там требуют. Тебе что надо? Я по делу. Товарищ управляющий. Заведующий! Вот он. Сам заявился. Возьмите ключик. Спросите его, что он на шахте делал. Спросите, спросите его. Говори, что ты на шахте делал. А меня там не было. Хо-хо, вывинчивается. Врет он, врет. Держите его, я сейчас в милицию позвоню. Дурак. Сейчас. Ну ладно, ладно. Степана Кулагина. Закройте дверь, пожалуйста. Садитесь. Ничего, я постою. Попросите десятника участка. Андрей Семенович, да. Вообще-то десятник это участок Ковун. Ну? Но он не выходил на работу. Вовремя заболел. Узнайте, почему Ковун не вышел на работу? Сейчас узнать? Да.
Кто был десятником вместо Гвуна? Антон Кулагин. Как Антон? Кто был десятником на вашем участке в эту смену? Отец. А не считаете возможным, товарищ Кулагин, что взрыв на шахте произошел из-за отсутствия сигналов десятника о скоплении угольной пыли? Попробуем, товарищ Кулагин, отвлечься от родственных чувств. Отец 45 лет работает на этой шахте. Я вас не об этом спрашиваю. О чем вы спрашиваете? Попросите десятника Антона Кулагина. Садитесь. Владимир Николаевич. Да-да. Кто меня там? Антон Михайлович? Что-нибудь случилось? Под суд отдают. Тебя под суд? Да. Что ты? Не доглядел, говорят. Ах так? Идем туда. Сонечка, Сонечка, я сам знаю, дорогая, что мне надо делать. Идем. Итак, комиссия пришла к выводам, что взрыв мог произойти как от чрезмерного скопления угольной пыли в забое. Не было пыли. Выясним, выясним. Так и по причине внезапного скопления газа и в том, и в другом случае. Андрей Семенович! Андрей Семенович, вот. Это что? Факт? Факт, Андрей Семенович. Сам видел. У тебя что-нибудь было с Ковуном? Вы поссорились, что ли? Нет. Ничего я с ним не ссорился. А он что, жалуется на меня, что ли? К сожалению, жалуется. Партийный комитет и всем товарищам-шахтерам. Меня затравил Степан Кулагин. Дышать не дает, жить не дает. Вот поэтому умираю. Прощайте, Василий Ковун. Ого. Жаль, Василий. Очень печальный факт. Пролез, я ему говорил. А больше ничего такого не было. Можете идти. Нет уж, разрешите мне остаться. Ну-с, продолжаем. Дополнительные материалы о возможности внезапного возникновения газа в забое будут представлены судебному следствию немедленно после окончания работы комиссии. По-моему, следует учесть непривычный режим в шахте и состояние вентиляции. Само собой, это входит в наши прямые обязанности.
Вашим вопросом, товарищ Глебов, сейчас заниматься нет времени. Я не по поводу моего увольнения. Я по другому поводу. По поводу взрыва в шахте. Я в шахте был. И я, как инженер, утверждаю, что ни чрезмерного скопления угольной пыли, ни газа в лаве не было. Но это будет заключать достаточно авторитетные комиссии. А я требую, тем не менее, записать мои слова в протокол. А я требую не мешать нам! Прошу удалиться, в конце концов. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Григорий Константинович. Здравствуй, товарищ Глебов. Ну-ка. Где он тут у вас? Вот он, Григорий Константинович. Вот ты какой. Обыкновенный. А мы в Москве думали, богатырь какой. Нет, богатырь есть. Здравствуйте, Григорий Константинович. Здравствуй. Чушь, милостивый государь, дьявольщина, несусветная чушь. Агния Константиновна, немедля ко мне сейчас всех десятников. У главного инженера совещание. Сейчас же всем объявить. Это больше, чем преступно. Это безграмотность. Безграмотность. Я публично, слышите меня, публично готов пересмотреть все 40 лет своей работы. А вы, черт вас дери, эти прутики в колесо истории, которые вы вставляете, история сотрет, милостивый государь, сотрет. Пожалуйста, прошу вас, меня под суд отдавайте. Меня и никого больше, никого. Судите меня, пожалуйста. Павел, а ты говорил, что он состарился. То он помолодел у вас. Позвольте, тем, которым мы приехали. Здравствуйте, Владимир Николаевич. А я и не заметила. Бабушка, вы чего плачете? Да меня к вам ваша Дуня прислала. Как Дуня? Бабушка, что ты, бабушка? Она в больнице тронулась. Ой. Тебе говорят, нельзя. Куда нахалом прешься? Ты мне только скажи, где тут у вас главный врач. И главному врачу нельзя. Что такое? Что за базар? Да вот, слушай, доктор, можно больную навестить? Какую больную? Дуню Величко, наша шахтерка. Ну, нахалом прется. Гражданин, что за бандитизм? Тяжело больная. Какая она больная? У ней здоровье до черта. Ну, вот что, гражданин, очистите помещение. Василий Григорьевич, проводите, пожалуйста, гражданина. И, пожалуйста, никого не впускать. Слушай, ребят, может, передачку можно передать, а? Можно. Ой, давай сюда, здесь сядем. Степан, как же это могло случиться? Это тоже положите, да? Партийный комитет шахты. Товарищ, нельзя по этому телефону здоровым звонить. Ладно. Попросите Лугового. Я здесь. Павел, тут одна шахтерка наша. Знаю. Иван Николаевич, сюда. Товарищ Кулагин? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор.
Вот никак не ожидал вас встретить здесь, товарищ Луговой. Вот что, доктор, тут у вас одна больная лежит. Шахтерка наша, Дуня Величко. Так вот, привез вам невропатолога. Хотим что-то вроде консилиума устроить. Ум, знаете, хорошо, два лучше. Как у вас тут пройти в палату? Пожалуйста. Здравствуйте, коллега. Так вы хотели узнать насчет больной? Садитесь. Так что ж, коллега, подозрение на делириум тременс. Угу. Толчком ли был взрыв, но шизофрения явная. Бред очень типичен. Ведь все партийцы на шахте диверсанты. Степан Кулагин, Поплавский начальник шахты. Луговой. Все они организаторы взрыва на шахте. Давайте пойдем в палату. Да, пойдемте. Пожалуйста. Прошу вас. Что ты? Дуня! Дуня, что ты? Ну, успокойся, Дуня, да что ты? Ну, ну, милая, родная, успокойся, Дуня. Ну, развяжите ее. Ну, вот так, ну, ну, успокойся, спокойно, тихо. Ну, 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 ну. Ой! Дуня, ну, успокойся. Ой, руки! Ну, что ты, Дуня? Ой! Ну, успокойся. Ну, что ж вы, доктор, не входите? Заходите, пожалуйста. Больная. Вот еще врач. Вы из области, коллега? Да, вот, из области. Вот. Расскажи, что ты говорила о взрыве? Если можно, доктор, без наводящих вопросов. Простите. Пожалуйста. Если можешь, расскажи, как ты себя чувствуешь? Няня, уходите отсюда. А няня нам не помешает. Ну, и вообще, говори все, что захочешь. Ты можешь говорить? Могу. Тебе не трудно говорить? Не трудно. Ну и рассказывай. Бегу я по штреку, вижу новый какой-то, знаешь, ушастый такой, провода режет. Да ты не торопись говорить. Когда это было? 7 сентября в ночную смену. Заметил меня, испугался, побежал, динамит выронил. Я, конечно, десятнику сказала, потом к Поплавскому побежала. Поплавский, начальник шахты. Угу. А туда же этот самый ушастый пришел. Они там оба набросились на меня. Потом уж я ничего не помню. Очнулась здесь. А этот доктор говорит, что я тебя вместе с ними, товарищ Луговой, называю. Это доктор говорит, а не я. Ну как, Иван Николаевич? По-моему, это разговор вполне нормального человека. А по-моему, ненормального, ненормального. По-моему, нормального. Нельзя ли теперь, доктор, пройти к вам в кабинет и писать заключение? Пожалуйста. Няня, помогите ей. Успокойся. Ой. Ну чего, идите, идите к ней. Донечка.
пошли. Я был вовлечен. Меня обманули. Дуня, давай, Дашечка, закорей отсюда! Я и так забегу, ничего. А нянька он ко мне не подпускал. Ой, бежим скорее отсюда! Ну что ж, Владимир Николаевич, продолжение следует? Хорошо, попробую. Доктор у себя? У себя. Извиняюсь, нельзя. Кому нельзя? Никому нельзя. Да ты что, с ума сошел? Осел. Неудобно так выражаться, Григорий Семенович. Иди доложи, что это я. И докладывать не велели. Да ты что в самом деле? Григорий Семенович. Пусти, болван! А? Ну и порядочки здесь у вас. Этот тип меня чуть по морде не ударил. Здравствуй, Павел. Чуть по морде меня не ударил. А следовало бы... В чем дело? Оружие положите на стол. Этот вовлек. Да, я. Хорошо. Хорошо. Так значит, на который час назначен следующий взрыв в шахте? Сегодня. 12 часов. Врете в 10? В 10. Иван Николаевич! Товарищ Луговой, давайте на шахту. Осталось час времени. Телефоны в треках не работают! Владимир Николаевич, поднимайтесь на гора! Прошу не вмешиваться! Владимир Николаевич, я прошу вас дальше не ходить! Владимир Николаевич, я вам запрещаю! Прошу не учить меня, молодой человек! Десятник! Десятник! Десятник!
холод и холод! Уйти ради будущего, ради новой замечательной жизни, жизни коммунистического общества. Степан Кулагин и его товарищи дали нам первые ростки коммунистического труда. Вот поэтому-то враг и пытался ударить в спину этого нового движения. Но пусть враг знает, что наша страна непобедима. Наш рабочий класс непобедим! Наша партия непобедима! Ура! Что дал нам Степан? Что дали его товарищи? Это факт из ряда вон выходящий. Факт огромнейшей важности. Кто знал этих людей? Кому были известны рядовые забойщики и скромные партийные организаторы незаметные отсталые шахты? Знает ли Степан, что удар его молотка был слышен на всю страну? Что он и его товарищи поднимают новое, могучее движение нашей Родины. Вот они эти люди. И это не только уголь. За углем нефть, руда, за рудой высокая производительность ткачей, сталеваров, кузнецов. Что же сделали эти товарищи? Они сделали то, к чему призывал их величайший из величайших людей, организатор нашей партии, наш учитель Ленин! За этот Донбасс ты проливал свою кровь, батька! За этот! Так уж будь уверен, чужие руки не отдадим! Трудно нам было. Но мы пришли в сегодняшний день к делам, от которых захватывает дух, к жизни, о которой мечтали. И все так же по-прежнему вместе со мной мой друг Павел Парторг нашей шахты и моя Дуня. Она всегда вместе со мной. Ну вот, время вышло. Пора заступать в смену.